Мы приехали в светофор. Появилась жидкость от комаров за 68 рублей. Вот такое средство для уничтожения сорняков. Стоит 85 рублей. Появилось ассорти орешки и вафли. Стоит 167. Имеется нашатырный спирт. Здесь он 1 литр 53,50. Марганцовка за 51 рубль. Появились набор контейнеров. 11 штук, стоит 166 рублей. Салатник стеклянный с крышкой за 99. Также появилось жидкое удобрение конский навоз. Здесь у нас стоит 3 литра 123 рубля. Появился творожный сыр сливочный, сыробогатов. Также есть зеленью, стоит 53 рубля. И вот такой плавленый продукт, пока только со вкусом бекона, стоит 48 рублей.